Добрый день. Сегодня 22 июля, понедельник. В районе около 12 часов дня. Меня зовут Мурат Пармагамбетов. Я нахожусь по адресу 8 микрорайон, дом 4А, кабинет 423, в бюро по правам человека. Сегодня здесь должна была состояться пресс-конференция, на которой должен был выступить адвокат Оксана Шевчук и ее мама на тему о том, как Оксана Шевчук находится в заключении в СИЗО 18. В тот момент, когда я пришел, поднялся на четвертый этаж, чтобы посмотреть, как будет проходить пресс-конференция, я услышал, уже находясь на втором этаже, очень громкие крики и шум на четвертом этаже. Когда я поднялся, я увидел, что очень большое количество женщин, которое практически заполнило коридор, в темном коридоре кричат, размахивают руками, и какой-то происходит эксцесс-скандал. Когда я приблизился, я увидел, что вдоль стеночки потихонечку уходит, избегая этих агрессивных женщин, убегая от них, мама Оксаны Шевчук, Катерина Николаевна, вместе с маленькой 9-месячной девочкой Евой, дочерью Оксаны. Я встал между этими агрессивными женщинами и мамой Оксаны Шевчук, чтобы защитить эту Катерину Николаевну, и пытался своей грудью, подняв руки вверх, воспрепятствовать насилию, которое хотели подвергнуть эту женщину. Благодаря тому, что я смог сдержать натиск этих агрессивных женщин, Екатерине Николаевне удалось потихонечку уйти, но в это время эти 10 или 15 агрессивных женщин стали избивать меня, наносить удары по голове, по туловищу, забрали у меня портмоне, забрали у меня мой сотовый телефон, повалили меня на землю, и таким образом я был подвергнут физическому насилию, избиению. В какой-то момент мне удалось встать на ноги и отступить назад. В это время женщины опять продолжали преследовать меня, наносить мне удары. Я, видимо, в состоянии аффекта, в попытке осуществить свою защиту и самооборону, возможно, и нанес кому-то ответные удары. После этого к толпе этих агрессивных женщин подключился еще несколько мужчин, которые тоже стали наносить мне удары. И я вынужден был закрыться в соседнем кабинете в другом крыле коридора. После этого в течение 5 или 10 минут эти толпа агрессивных женщин пытались взломать дверь, но им это не удалось. И я находился в кабинете одного из адвокатов, который работает в этом офисном здании. После этого был вызван наряд полиции, которые попытались меня сопроводить в ОУЭЗовский роб. Но в момент, когда мы вышли из здания, на улице послышались снова крики агрессивных женщин, и полицейские последовали в сторону этих криков, чтобы выяснить, какая там ситуация. В этот момент я поднялся снова на четвертый этаж и в настоящее время нахожусь в офисе, в кабинете бюро по правам человека. Я вызвал скорую помощь и наряд полиции для того, чтобы засвидетельствовать тот ущерб, который мне был нанесен моему здоровью. Вот скорая как раз приехала, и я пока заканчиваю прямой эфир и прошу максимальный репост и поддержку. До свидания, до связи.